Доброе утро, народ. Я чуть-чуть досыпаю. Мишка пришел уже, меня разбудил. Мурочка моя хорошая. Мурка меня всю ночь выручала. Бока подставляла, говорит, чтобы в моей голове мягко было. Посмотрите, какой у меня вид. Какие заброшечки. Шикарно. Проснулся и сразу на коп. Ну что ж, ребят, мы выехали на чердачку. И сразу вот буквально у дороги стоит деревня. Уже вся брошена. Ну вот первый дом, куда мы зайдем. Дом не бедный такой был. 4 окна в фасаде. 5 окон даже. Большой дом. Так, ребят, вот такой вот домик. Вот такой вот домик. Интересный. Все открыто. Все открыто. Так, тут целая коллекция бутылок. О, стиляги какие были, смотрите. Ёлы-палы. Накидались вчетвером-то. Ой, люблю я такие завальчики. Смотрите, фотографии старые. Блин, для кого-то они ценные, ведь, а? А может, уже и не для кого. Вот как ходили в те года, одевались. Это что такое? 83-й год, не 5 месяцев. Еще сундук. Смотрите, какие на окнах были решетки, ребят. Смотрите, видите? Сваренное или вырубленное железо. Интересно. Это что за... Подарок первокласснику. А печку кто-то развалил вообще всю. Развалили. Здесь кухонную печурку развалили тоже. Что тут у нас есть? Файки. Ну, такой домик уже покоцанный. Здесь уже выпилили. Эти выпилили. Эти самые полы. А вот на печке может быть что-нибудь интересное. Стопудово. Печку надо будет позвонить. Тут окно высадил. У-у-у, какое зеркало. У-у-у, ребята. Ухухоньки. Смотрите, зеркало-то какое, а? Прикольное. Ёлы-палы. Интересное. Интересное зеркало. Ну что, сейчас залезу на чердак, гляну. Хотя, что, на чердак надо идти сразу же с металликом. На чердак здесь подняться можно. Вот лестница сохранилась. И по балочке вот по этой вверх пройти можно будет. Все.
Смотрите. Сухой элемент номер 6. Когда изготовлен, не видно. По использованию. При второй покупке просьба сдавать. О, вот это красота. Смотрите, какую я нашел бутылку. Красиво. Какой чердачок-то интересный. Ну вот, ребят, нашел капсуль небитый. Прикольно. Вот, ребят, треугольничек нашел. Посмотрим потом. Ребят, как вы считаете, крутые очки? Гуглы. Да исторические, да потопные. Смотрите, какие две штуки. Будем с Мишкой на шерпе гонять в них. Чё, класс. Во. Мотоциклистам, кому надо, продам задорого. Настоящий раритет. Вот еще смотрите, такая бутылка. Но только я не знаю, старая она, не старая. Так-то вроде какая-то кривая, косая вся. Ну... 0,375. Наверное, нет. Ну, такая узорчатая бутылочка. Ладно, оставлю, пусть стоит здесь. Так, ребятки, у нас осталась печка. Сейчас быстренько пошуршу ее. Может, что-нибудь завалилось там. Опа. Может, что и завалилось там. Монетка. Ну какая, уже никто не скажет. Вот так, ребят, какаль вообще мощный. Уж ходячка, скорее всего. Поэтому и какаль такой мощный. Ну-ка. Собите кусы, обыкновенте кусы. Вот, ребят, смотрите, какая соломочка. Нету ничего, ни гербов, ничего. Совет здесь будет. Пушай будет там, пушай. Блин, зеркало-то прикольное какое. Надо его вот так развернуть пока, дабы никто не слямзил. Вот такой вот, ребят, дом еще. Сейчас просто загляну, посмотрю. Еще один стоит. Посвежее. Этот, конечно, вообще мертвый. Просто загляну, гляну, что там вообще осталось в нем. Может, там ходить уже не почему. Выпиливают в таких домах полы. Они изгнивают, сами видите, вон что тут. Все. Да, все. Дом. Дом разрушился полностью. Практически полностью. Практически полностью, ребят. Дом разрушен. А ну-ка, можно тут еще пройтись чуть-чуть. Интересно это. Блин, сомневаюсь я, что выдержит эта доска. Ну-ка, с
самом доме что-то видно. Там и обои унесли уже, наш. Не то, что там что-то найти. Упс. Да, все прогнило. Все жестко причем прогнило. Жестко прогнило, бляха. Ах, головой приложился. Голову надо беречь. В ней же этот, как его? Мозг. Мозг. А, ну все, ребят, тут полов нету, ничего нету вообще. И весь чердак провалился внутрь. Все, смотреть здесь нечего даже. Теперь надо ждать, когда дерево все сгниет и станет это урочищем. И тогда что-то можно будет найти. Металл погниет. Ну и сохран тогда, конечно, будет у монет и прочих вещей. Опять же, земляной, а не чердачный. О, ребят, победитель соцсоревнования, 1979 год. Такая штуковина нашлась. Прикольно. Ну вот, подбираемся к самому интересному, собственно. К чердаку. Хлама просто немерено. А там все выбито. Я к тебе иду. А, давай. Мишка еле говорит. Лампы, короче, запчасти. Во, ребят. Шильдик от холодильника ЗИЛ. Со звездой. Ёлки-палки. Модный. Я боюсь аж. Я аж боюсь, какой модный. Берем. Интересно, ребят, что здесь осталось вообще, нет? В этом доме. Путнева. Забраться, посмотреть. По крыше. Это была веранда, ребят. Вот это была веранда. Кажется, там полов даже нету. Хотя, может быть, мне так только кажется. Может быть, мне так только кажется. Сейчас посмотрим. Может быть, мне так только кажется. Сейчас заглянем внутрь и все выясним. А как вы думали? Только так. Только так. Опа. Ух ты. Ух ты. А есть резон туда забраться, ребят? Есть резон. Ну-ка, сейчас пройдусь тут, посмотрю. Так-то резон есть. Так, ну что ж. Мишаня! Дай металлик мой, а! То я тут пока через чепыжник этот пролезу.
Вот здесь, да, его через чепушник. Да тут нашел вход вон сбоку. Там шикарный дом. Где? Ну, где я лазил. Ну. Подножка вся вот эта с этими с листьями, так должно быть. Ну, вы что? И, короче, все пусто. Все переворошили, все везде. А, подложка переворошенная, да? Перекручено там. Ага. Ну, понятно. А я вон тут прям сразу вход на чердак нашел. Где можно забраться, может... О, жернова мельничная. Кроватка детская. Фух. Вот, ребят, мельничные жернова лежат. Так. Ох-ох-ой, да, не пощадила тебя строительная индустрия, домик. Кто-то выпилил полы из тебя. Ой, какой кушин красивый. Смотрите, ребята, какой красивый кушин. Модный. Шкаф вывалили. Так, это у нас дверь. Пойдемте зайдем. Пойдемте-ка зайдем. Пойдемте-ка зайдем. Что же у нас тут? Что же у нас тут? У нас тут что же? Ну-ка, надо сюда пройти. Фотографии я люблю. Старые особенно. Оп. Опа. Опа. Так вот. Ай-яй-яй, вся мебель внизу. Седьмой класс. Девочки. Это что такое? 80-й год, 25 мая. Смотрите. Что, за грибами пошли? Не подписано. 4 годика. Свете. Свете 4 годика. Это куда-то где-то что-то как-то. Прикольно. Учителя. Вот смотрите. Жалко, ребят. Все это пропадает. Все это, может, кому-то дорого, как память. Москва. Это какой год-то. Девчонки модные. Пацаны. Задорные. Девчонки модные. Старая-престарая фотка увеличена еще. Да, увеличена. Ж каждую фотографию подписывали. О, трактористы-механизаторы пошли. На память. Пальчики от Светы. 16 лет. Свете уже. Это на тракторе уже. Уже все шпарило. Свадьба чья-то. Вот такая фотка. Ну там фотошоп. Ого. Это круто было в телевизоре себя увидеть. Бабушка какая-то. Не знаю, кто это. Фотография тоже. Валентине от Муравьевых. Фу. Какая кракозябра на меня села. Страшная. Страшное кракозябрище. Дорогие мама, папа. Рождение с днем, рождение с днем. Рождение от бабушки, да дедушки. Вот, представляете, вот так вот чья-то память. И для кого-то они бесценны, а здесь лежат вот так вот. И через годик-два превратятся в пыль просто. Все. В ничто превратятся, в ничто просто. Так вот, чья-то память. Чья-то память. Отсюда хоть положим, а то ведь... На полу вообще некрасиво валяются. Фу. Кто-то пришел, выпилил полы, уронил к чертям всю мебель и свалил. И свалил. Да, вот они, брошенные дома. Так вот выглядит, как будто... Их не бросали, а как будто выбежали отсюда. Ощущение такое, ребят, именно. Как будто отсюда бежали.
Бегом бежали. Ладно, мне интересен чердак. Посмотреть, что там есть. Ну, в принципе, все. Фух. Да, опасные такие походушки. Такие любили перегородочки. Как бы они отделяли, комнаты разделяли. Ну, хотя бы так, условно. Условно хотя бы. Что-то от чего-то отделяли, короче. Эти комнатки. Стенки такие. Вот такая вот из доски. Стенка отделяла кухню. Тут вот на три окна был, да? Фасад на три окна, а вот изба. Какая нафиг тут личная жизнь была, а? Скажите мне, пожалуйста, у кого она тут была? Это личная жизнь. Ой. Не грохнуться. Ой. Ну что ж, вот такой чердачок, ребят. Дранка здесь. И... Будь. Нифига. Где-то рядом КамАЗы ездят. Шухер валим. Я шучу, конечно же. Нет, ничего нету. Ничего нету. Прошелся снизу вверх. Ребят, ничего не нашел. О, ребят, смотрите, что нашел. Эта штука класс. Вот так вот. Мололи зерно. Прикольно. Сюда его засыпали. Вот так мололи, оно высыпалось. Так что, кому надо, приезжайте, забирайте. Адрес очень простой. Одна из 100 тысяч заброшенных деревень России. Фух, найти нетрудно, честное слово. Таких деревень и таких жерновов просто без меры, ребят, сейчас в стране. Просто без меры. Буду выбираться. Голяк здесь. Ничего нету. Кто-то походил до нас. Хорошо очень. Вот такой вот очередной домик. Ребят. Фу, пылюка. Кто-то здесь копался. Копари здесь были. Ну, вопрос в том, что копали ли чердак. Мне это больше интересует. Копались ли на чердаке? Али нет. Ну, такой здесь парадный вход. Сразу видно, меня здесь ждут. О, блин. Рыдают и плачут. Как только вот залезть-то я сюда залезу. А как слазить будем, не знаю. Ух ты. Ух ты. Ух ты, бухты, барахты. Ёшкин крот. И сходу, ребят, столько писем. Столько писем сходу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, фотографии. Хух-хух-хух. Министерство финансов СССР. Добровольное страхование. 32-й или 72-й год.
Фиг знает какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Страховое свидетельство. 76-й год. Это такие фигни. Так, это письма. Вот так, все поумирали. Никому нафиг не надо. Емейлы эти. Вон, смотрите, какие военные же фотки. На добрую долгую память. Вот такой вот человек. Вот такие военные фото. Шувалов НН. 1945 год, 15 июня 45 года. Это не ветераны. Ветераны, ребята. Это я, пожалуй, с собой возьму. В музей отдам. Ну что ж, ребят, к чердаку доступа нет в этом доме. А домик-то старый. Чердак должен быть интересный. Ну, придется нам взять наш новый девайс. Посмотрите, чем мы разжились. Опа! Вот такой вот чудо лестницы. От компании Шток. Шток.ру. Впрочем, ссылку на эту лестницу, где можно такую же купить или подобные, там разные есть варианты, я дам под роликом. При заказе от 10 тысяч рублей будет скидка, если вы назовете промокод Герасим Шерп. Ну что ж, пойдемте посмотрим, как мы заберемся сейчас при помощи этой лестницы на чердак. Что к чердаку подхода нету, и вроде бы никто туда ничего не приставлял. По крайней мере, не оставили ничего приставленного. Значит, возможно, что туда и не лазили. А вон лестница валяется здесь тоже. Можно было ее, конечно, взять, но я уже не стал выяснять, есть тут лестница, нету лестницы. Она просто есть и все. Так, а мы делаем следующую манипуляцию. Ребят, делаем вот так вот. Оп. Берем нашу лестницу, раскрываем ее и поехали вверх. Все, лесенка готова к работе. То есть сколько нам надо длины, столько мы и выбрали. Вот такая вот очень удобная лестница, в принципе. Не только для копа, но и по хозяйству, еще в чем-то может помочь. Вот так вот я уже на чердаке. Ребят. Отлично. И что мы тут видим на первый взгляд? Кипы газет. Крыша уже здесь перекрыта. Просто то ли дранки нету. Почтовые ящики. Ну, это как обычно. Чемоданы какие-то гнилые. И, собственно, вроде так больше на первый взгляд ничего интересного нет. Ну, посмотрим сейчас. Вы бы поаккуратнее. Здесь скакали. Менеджер, это от монополии, ребят, 50 тысяч бумажка. Вот так я уже разбогател. Еще 50 тысяч. Сейчас саму монополию найду. О, денег-то я нашел, посмотрите. Посмотрите, просто немерено. Я миллионер. Все, чердачный коп сделал меня богатым.
Извещение, просвещение. О, здесь уже такое. Крышка такая. Нафиг. Не идем сюда. Не идем сюда. Тут все уже на подпорочках таких. Так, ребята, кто-то из местных жителей проходил, гулял. Ну, вроде просто подошли, посмотрели. Ну, пошли дальше. Я их даже беспокоить не стал по всему поводу, потому что ну, удобная лестница. Ничего не говорил. Лестница очень удобная. Мишанька, где ты? Я здесь рядом на улице. Людей видел? Нет, а что есть? Ну, к вездеходу подходили, разговаривали, стояли. А вот час минут пять назад я за ними с окна чердачного наблюдал. Ничего не. С этим стримером проходили. Послушайте? Да. Ну, вон, видишь, мордочку нам нарисовали. Там отец с сыном, походу. Куда пошли? Туда. Я вон фоток нашел стопку. Военных, смотри. Ну это фигня, фигня, фигня. Вот тут вот внизу. 46-й год. Дальний Восток. На память папе, маме, от сына Михаила. Смотрите, не забывайте. Чаще письма писывайте. Память. Служба на Дальнем Востоке. Фотография Шувалова и Кудряшова. 46-й год. Красная речка. Музей можно отдать. Ключ вон куда-нибудь. Военный фото. Это тоже. Это 50-й год. Да? Я не знаю, вот эти два дома. Спасибо. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.